К Международному женскому дню Сергиево-Посадский музей-заповедник приготовил музыкальный подарок. 2 марта в главном корпусе музея пройдет концерт «О чем поют мужчины». Три оперных певца – баритон, тенор и бас-баритон – исполнят романсы, арии из популярных опер и оперет. Один из организаторов концерта, пианист Сергей Семенов, будет аккомпанировать певцам на рояле. Он же составил программу. Мне удалось собрать троих потрясающих певцов. Это будет тенор Олег Полпудин, финалист Большой оперы. Это будет приглашенный солист Большого театра Юрий Зальцман, кстати, житель Сергиево-Посада, и тоже приглашенный солист Большого театра Николай Ефремов. Репертуар я подобрал, исходя из любимых песен девушек, женщин, чтобы им было интересно. Концерт 2 марта продолжает серию музыкальных вечеров в музее. Музыкальные вечера в музее – это давно бытовавшая программа, которая была в музее очень давно. И вот мы ее возродили, начиная с прошлого года. И она, в общем, зарекомендовала себя очень успешно. И мы, и зрители потребовали продолжения. Нам показалось, что это должно быть. К осени музей-заповедник совместно с Сергеем Семеновым готовит проект «Антология русского романса». Серия концертов проследит развитие романса от его возникновения до наших дней. Начнем от самого основания, вообще от истоков жанра и его развития во всем многообразии, потому что это излюбленный жанр, который трансформировался неоднократно в течение буквально нескольких веков. И в течение этих встреч мы посмотрим и поговорим о них подробно. Билеты на музыкальный вечер «О чем поют мужчины» можно приобрести в кассах музея-заповедника. Телефон для справок указан на экране. Екатерина Фурсова, Кирилл Емельянов. Программа «События».